Теперь тут только ты и я! А ты как думаешь? Иначе будет все равно, что подушку режут. Ага. Так, беру по кадру. Усиливаю боль и прыгаю с железного. Молоток, Фредди, быстро схватываешь. Запах пота надо выжить. Не меня ждать. Версии с потом и без. Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Они далеко, нас никто не услышит. Только давай не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. Все сделаем, что скажешь. Только скажи, что нужно. У вас что, семейный подряд? У людей спрос. У нас предложение. Бизнес есть бизнес. Тебе нужно что-то конкретное? Если не мы, то кто-то другой это будет делать по любасу. Хочешь реального хардкора? Фредди, Night City просит, мы обеспечиваем. Вот и все. Тут что, семейный подряд? Блин, мы никому не скажем, что ты тут был. Надо подождем! Отличная работа, Ви. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт.
так планов не было. Скажем, мне нужно было разнообразие. Да нет. У меня еще есть. Я потом привезу. Тебе, блядь, что надо? Thank you.
подработать? Мальстрёмовцы угнали у Малориана фургон и держат его у себя в убежище. Я тебе кинула адрес, езжай туда и забери из фургона щепку. Короче, укради краденое. Хочешь подробности, посмотри письмо. Thank you.
сожру твою селезенку!
Спасибо за чип. Я найду, куда его пристроить. Заказ закрыт. Интересно. Ви, сейчас в Нордсайде началась такая разборка, что мальстрёмовцы повалили оттуда толпы. Посмотри, что там творится, и сообщи мне. О, интересно.
corazón.
Короче, у мальстрёмовцев есть Рипер. Проблема в том, что она там не по своей воле, ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. В письме подробности. Привет. Тут у одной шельмы что-то не то с головой. Видимо, киберпсихоз. Мой клиент в опасности, его надо как-то вытащить. Буду очень благодарна, если ты поможешь. Подробности я приложила. А ну, вылезай, крыса ебучая!
Оставшиеся до выборов будет исполнять его заместитель и помощник Уэлдон Холт. Холт также объявил, что сам примет участие в предвыборной гонке. Кто-то в последней очереди нас ответ! Я! Танковые пушки! Я врач. Я не из банды. Я знаю, ты Люси Текин. Опять все отрубилось, твою ж мать! А ты вообще кто? Ви, меня прислал твой брат, чтобы тебя вытащить. Берти? Ладно, ладно, погоди минутку. У нас нет на это времени. Местной аппаратуре давно пора на свалку. Надо сваливать, сейчас. Раз уж ты тут, просканируй его. Давление падает, температура тоже. У него геморрагический шок. Попробую остановить. А ты перелей ему дозу синтетической крови. Ну давай, вон же он на столе, первый слева. Да не мне на руку! Порядок. Подождем, пока схватится. Зачем ты это делаешь? Я врач. Да он убил больше народу, чем ты спасешь за всю жизнь. У нас тут операция, а не судебный процесс. Готово. Пациент вроде стабилен. Пусть теперь лежит и восстанавливается. Спасибо. Теперь можно идти. Рядом и не высовывайся. Ну давай, еще немного. Твоя тачка. Залезай. Люси в безопасности. Безупречная работа. Спасибо.
ты? Блин, а я думала, ты умер. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала. Да весь город только об этом и говорит. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Джуди, серьезно, ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис?